Город Газалкент, мы его все знаем, любим, но не знаем его историю. В 1932 году был основан небольшой поселок строителей, где проживали 3182 человека. А официально Газалкент стал городом в 1964 году. И жителей было уже аж 12 тысяч человек. Года в год людей становилось больше. А в основном жители Газалкента были русские, казахи, таджики, узбеки и корейцы, а также небольшое количество немцев. И уже с 90-го года до 91-го большинство русских и других наций начали покидать город, потому что работы не было. Но от этого жители Газалкента не уменьшались. И уже аж в 2020 году жители города Газалкент, внимание, превышало 100 тысяч человек по информациям Википедии. Но сегодня во дворе 2023 год. И сегодня, возможно, уже 120 тысяч человек. Итак, друзья, были ли информации, которые для вас были очень интересны и полезны? Если такого формата видео вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, какое видео вы хотели бы. Если вы из другого города, также пишите в комментарии, чтобы я сделал видео про ваш город.